Утром вооруженный мужчина напал на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области. Напавший на отделение, 34-летний местный житель, до этого он совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта. Затем мужчина приехал на автомобиле Нива к отделу полиции, заложил взрывное устройство у входа и взорвал дверь. Сразу после этого он кинул в отдел гранату. Один из сотрудников получил осколочные ранения. Внутри мужчину встречали оперативники с оружием в руках. В отдел он так и не зашел. Сейчас его разыскивает полиция, для поисков привлечен вертолет, возбуждено уголовное дело. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.